Всего для малышей планируется организовать 9 первых классов. В Покачах определена единая дата начала приема документов. Подать заявление родители и законные представители могут с 31 марта. В соответствии с приказом Минпросвещения, начиная с этого года, дату и время приема в первый класс осуществляет образовательная организация. Соответственно, мы провели совместное совещание со всеми руководителями школ и приняли решение, что это будет 31 марта в 9 утра. Значит, запись, предоставление этой услуги будет осуществляться через единый портал госуслуг. До 1 июля включительно подать заявление могут родители, чьи дети зарегистрированы на определенной территории, закрепленной за той или иной школой. Помимо этого имеются и льготы. Так, внеочередное право есть у военнослужащих, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета и других, а также особое внимание уделяется девчонкам и мальчишкам, которые остались без попечения родителей. Кроме того, подать документы в определенную образовательную организацию могут мамы и папы, если их старший ребенок уже обучается там. Те, кто не проживают на закрепленной за конкретной школой территории и не имеют льгот, могут написать заявление с 6 июля по 5 сентября. Таким образом, в эти сроки ведется прием заявлений на зачисление в первые классы независимо от места проживания ребенка, но при наличии свободных мест.